Я вообще-то боюсь кино. Застарелая психологическая травма. Это как? В детстве посмотрела «Приключения электроника». А потом Леха Захаров из нашего класса говорит такой: «Я электроник, я механический весь». Я такая: «Чем докажешь?» А он такой: «Хочешь, болт покажу?» Ясно. То есть кино ты с тех пор и не смотришь? Нет, было один раз потом в институте. Пошли на «Терминатора». А там Антоха Прилепин с нашего курса говорит такой: «Я терминатор, я робот ведь». Я такая: «Чем докажешь?» А он такой: «Хочешь, поршень покажу?» Да, не повезло тебе. Но если кто-нибудь тебя позовет на фильм про пожарных, ты не ходи. Почему? Могут показать шланг. Нет, это там свистит. Кто свистит? Никто не свистит. Я считаю женщин венцом творения, а мужчин гендерными узурпаторами. А, понятно. Ебанутая.